купила. Давайте показывать буду. Классная вот эта зубная паста. Мне понравилась. У меня была мега чувствительность с одной из сторон зубов. По-моему, вот тут летом. Я думаю, написано. Что у нас тут написано? Укрепление эмали. Это то, что мне надо. И летом почистила и забыла. Знаете, как из серии? Когда у нас не болит, мы не помним о том, что есть. Потом думаю, дай-ка я еще на всякий случай закажу. Раз в 3 месяца будем профилактикой заниматься. Парочку батончиков заказала. У меня там еще есть. Когда вот прям невыносимо, хочется сладенького, они помогут. Дальше заказала новые вкусы. У нас появились протеиновые такие коктейльчики. Я люблю, когда все вот так вот в сашетах. Видите, мне очень нравится эта история. Я так поняла, что они пришли разных вкусов. О, да, смотрите. Здесь есть шоколад. Здесь есть печенье. Здесь есть клубник. То есть в сашетах вот так вот купили. Попробовали протеиновый батон. Это, господи, что я говорю, белковые коктейльчики. Особенно белочек выбирать, или белочки. Они, наверное, мне, наверное, на ужин. Тут 30 граммов. 80 грамм белка. Мне кажется, это что-то я не то считаю. 3 мерные ложки. Курс 3-4. Ну, короче, мне надо будет почитать, сколько тут. Это сейчас есть. Это... коктейльчик, смотри, видишь, есть клубника. Говорят, девчонки вкусные пробовали. Есть вот такое печенье. Вот эти всякие белковые коктейли. Я единственное, что-то сразу не почитала, а сейчас не могу понять, сколько здесь в составе белка. Белоды, белки. О, нашла. 24 грамма. Хорошо, 24 грамма. Это круто. Так, разобрали. А что у меня еще здесь?